Сегодня в Краснодаре прошла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени для региональных отделений партии, кандидаты которых баллотируются в городскую думу. Жребий тянули представители 7 объединений – «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Родины», «Справедливой России», «Патриотов России» и «Коммунистов России». Каждому отделению в течение месяца предоставят эфирное время для агитации на телеканале «Краснодар» и на радиоволне «Рокс Регион». Кампания будет вестись с 17 августа по 11 сентября включительно. За сутки до выборов наступит день тишины. Завтра, в четверг, в 10 часов пройдет бесплатная жеребьевка для кандидатов с 1 по 12 одномандатный избирательный округ. В 2 часа дня для тех, кто зарегистрирован по одномандатным округам с 13 по 24. В 4 часа вечера состоится жеребьевка между кандидатами по одномандатным округам с 25 по 36. Жеребьевка платного эфирного времени для зарегистрированных кандидатов в депутаты городской думы Краснодара, а также избирательных объединений состоится 13 августа в 17 часов на территории телекомпании «Краснодар».